Привет, друзья! Вы на канале Duda Play. Мы играем в зомби-машинки. И у нас здесь есть оружие. Мы можем купить с вами такую вот пушку за 1500. Давайте мы ее приобретем. Машинку выберем первую. Багги. И поедем на багги. С новым нашим автоматиком. Как он стреляет, интересно? А, так что ли? Я настоял 1500. Мне она что-то не очень нравится, у нас оружие это. Она даже пропускает, нет? Надо ее улучшать, короче. Надо ее улучшать. Этот автомат. Тогда он будет четверным выстрелом стрелять. Вот. Да-да-да. О, давай, немножко ускорение. Ага, как мне так они это споймали-то, а? Багги-то, у меня же она улучшенная машинка. Багги, у меня машинка улучшена. А, смотри, что это дает. Плюс один коинс можно купить. Можно купить турбо какой-то за 50. Потом 7000 метров, я это не понимаю. Что... Давай попробуем вот эту купить. Ну давай вот эту купим. И вот эту купим. Блин, а можно назад пойти? А, деньги сохранились. Выбираем машинку. Мамонта. Выбираем. Так, мы это все купили. Ну давай попробуем заработать денег побольше. На мамонте я хорошо зарабатываю, кстати. Мамонт молодец. Так, надо было автомат поменять, ё-моё, ладно. Ничего страшного. Давай, мамонт. Блин, автомат мы не поменяли. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, взорвалось, да как так? Я не должен был взорваться. Так, что у нас там? Сколько монет дают? Да, очень плохой автомат, зря его взял. Зря я его взял, ребята. Он вообще какой-то недострел. Недострел вообще конкретный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, бывает, бывает. Не хотел же я. Ой, будем знать, что этот автомат. Я его еще и за 1500 покупал. А он такой не очень хороший оказался. Ё-моё. Лучше бы пистолетик был бы у меня. Ну ничего страшного. Будем так их давить. Машинкой. Флип, флип, есть. Так, сейчас мы оторвемся от этих дурачков. Да, база, база, новая база. Сейчас мы от этих дурачков оторвемся. Так, давай, давай. Стреляй, стреляй. Ой, такой автомат не очень хороший. Я даже лотерейные билетики не могу взорвать. Себе получить. О, хорошо, хорошо, хорошо. Так, давайте здесь кувырочек сделаем. Опа, нормально, нормально. Ой, хорошо, так встали мы на ножки. Опа, давай, 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 стреляй, гаденышей. Ну, короче, не прокачанный новый автомат мы зря взяли. Нифига, мы даже, может, деньги свои не вернем. 250 монет было у нас, ребята. 250 монет я потратил. Нифига, я монеты сейчас еще и не верну. А что там улучшения какие-то нам дали непонятные? Ну это, конечно, я неправильно сделал, что автомат этот взял новый. Он не прокачанный. Достаточно-таки слабый. Ну ничего. Давай, я верю в тебя. Носорог мой. Носороженька-то моя. Давай, 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 давай. Опа! Встали на ножки. Поехали. О! Верблюдик мой. Опа! Отлично, отлично. Хорошо. Так, я не нажимаю на автомат. Надо стрелять. Так, 320 монет мы заработали. В принципе, ребята, мы уже отыграли все те монеты, которые мы потратили. Уже неплохо. Ой-ой-ой-ой. Так, давай. Сколько там? По 6 монеток дают всего лишь. Это мало. Все, лотерейку открыли. Ой, хорошо, хорошо. 400 монет уже. Но главное, отыгрались, отыгрались. Я думаю, когда ты все полностью прокачался, ну потом, конечно же, неинтересно будет играть. Да, какие-то улучшалки фиговые. А, смотри, 436 монет мы заработали. Ну, тоже, в принципе. Так, один лотерейный билетик, давайте крутанем, посмотрим. Ну что нам откроется?
10. Нет, 50. Вроде бы 50. Вроде бы 50. А, давайте поменяем оружие. Возьмем автомат. Конечно же. Поехали. Так, а ну-ка, подожди. Бэк. Нет, надо вот это все убирать. Так, это что такое? А, увеличение буста на 50%. Ну, давай его возьмем. Так, и экстра коин пер килл. За одного убийства и плюс один дают. Ну, это 50 чуваков мне нужно только убить. Так, а здесь здоровье. А вот это что такое? Старт from 7000 метров. Старт 7000 метров. Ладно, пока это не будем трогать. Поехали. Так, где это мы? В какой-то пустыне. Так, все, автомат отличный. Так, ладно. Вроде бы нормально стартанули. С новым... О, здесь я не буду прыгать. Здесь я не успею сальтуху делать. Сальтуху не успею. Так, потратили мы где-то 50 плюс еще сколько-то, я не помню уже. Да ё-моё, мне эти вот напрягают. Зомбари. Чего они от меня хотят-то, а? Вот, база, но базу мы проехали. Так, 33 монеты пока заработали. 33 монеты. О, билетики, билетики есть. Билетики заработали. Надо их всех расстреливать, этих зомбарей. Чем больше мы убьем, тем больше мы заработаем денежек. Ой, это я зря, конечно, сделал. Блин, да что ты будешь делать, сожрали. 78 монет. Нифига мы ничего не отыграли даже. Ладно. Давай еще раз поехали. Без ничего не будем ничего покупать. Ничего нам этого не надо. Все, поехали. Давай, заводи, 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 заводи. Двигатель. Так, сколько у нас здесь? Так, нет, я пока сальтуху не буду делать. 1500 метров осталось. Вот сейчас сальтушечку сделаем первую. И еще вторую. Все, едем нормально. Вот так вот у нас мамонт. Прикольный мамонт. Так, вторая база. Вот автомат, прикольная вещь. Там еще лазер был какой-то инопланетный. Вот еще лазер интересный. Так, билетики. Есть, лотерейный билетик. Вот, ребята, как вы думаете, стоит покупать на почте лотерейные билеты? Или нифига не выиграешь? Или можно выиграть что-нибудь? Вот это вот я не знаю. Опа, опа. Едем, едем, едем. Так, здесь не надо сальтуху делать. Мы тут не сможем, не успеем сделать сальто. О, нифига нас кувыркнуло. Так, билеты, билеты, билетики, билетики, билетики. Есть. Заработали мы билетики. Опа, встали, встали на ножки, едем. 3500 метра до новой базы. Офигеть, эти уже на хвосте у нас, ребята. А смотри, когда они подъезжают к нам близко, у нас темнеет. А-а-а, ночь такая происходит. 113, 113. Так, у нас два лотерейных билетика, давай. Может, выиграем хотя бы 500? Монеток. Ой, давай, 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 пожалуйста. Нет, 25 только. Попробуем еще раз. Во! О, это уже хорошо, ребята. Мы только что выиграли 250 монет. Представляешь? Я в шоке. Можно купить машинку. Либо улучшить. Можно свинью улучшить. Так, нет, пока мы не будем улучшать. Мы просто выберем свинью. Проедем на свинье. И если что, даже мы можем ее улучшить. Поехали на хрюшке. Такая вот хрюшка. Сейчас сделаем кувырочек. О, взорвались, да ё-моё. Давай, 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 свинка. Свинка, ты не должна умереть. Иначе мне придется тебя улучшать. А я лучше, может, денег подкоплю, да. Куплю новый автомобильчик какой-нибудь интересный. Ой, Хрюша, ты чего такая медленная, ё-моё. Все, они не стали ждать.
пока крыша будет ехать, они ее просто капсы сожрали. Зомбаки. Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До новых встреч.